Таких похорон Исламская Республика не знала со времен смерти Аятоллы Хомейни в 1989 году. Тысячи людей, мужчины и женщины, молодежь и старики, высокопоставленные официальные лица, включая верховного лидера Ирана Аятоллу Хомейни, пришли отдать последние почести Касему Сулеймани. Командующий спецподразделением Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции был убит в Ираке в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона по распоряжению президента США Дональда Трампа. «Это большое горе. Как иранец, обязанный своей безопасностью, таким смелым патриотом, как генерал Сулеймани, я скорблю по нему». «Месть! Месть!» – скандируют собравшиеся. Их переполняет гнев. Люди обвиняют США в убийстве генерала и призывают иранские власти отомстить. Идею будущих переговоров и каких-либо соглашений с Вашингтоном здесь единодушно отвергают. «Кровь за кровь! Наши власти должны отомстить американцам! Никаких соглашений, переговоров и компромиссов! Наши власти и люди, их поддерживающие, должны нанести ответный удар по США и Израилю». Сразу же после того, как стало известно о гибели генерала, власти Тегерана заявили о том, что не оставят без ответа этот, по их словам, террористический акт. Клянутся отомстить за своего товарища и бывшие соратники Сулеймани. «Они дорого заплатят за смерть нашего великого мученика, генерала Касема Сулеймани. Его жизнь была бесценна». Каков будет ответ иранских властей, когда и как они собираются отомстить, пока неизвестно. Никаких требований и ультиматумов пока не прозвучало, кроме, пожалуй, призыва очистить регион от войск США. «Мы хотим положить конец американскому присутствию в нашем регионе». После убийства Сулеймани иранские власти также заявили, что не намерены больше придерживаться условий международного соглашения по ограничению ядерной программы страны, в частности, соблюдать лимит на количество центрифуг для обогащения урана. Иран предпринял этот шаг в рамках сделки, так как эта сделка позволяет нам сократить наши обязательства, если другие стороны свои обязательства не выполняют. После государственной церемонии прощания в Тегеране тело Сулеймани было доставлено в священный город Кум. Во вторник генерала похоронят в его родном городе Кермане. Более 2 миллионов человек собрались здесь, в Тегеране, чтобы попрощаться с Касемом Сулеймани, убитым командующим силами Кудс. Собравшиеся в один голос просят иранские власти выполнить свое обещание и отомстить за его смерть. А это означает, что будущее чревато новыми подобными инцидентами в регионе. In Tehran for Euronews.